Всем сторисным друзьям привет! Я забежала немножко ознакомить вас с нашей классической коллекцией парфюмерии. Вот так выглядит женский классический парфюм, а вот так выглядит мужской парфюм. Бутылочка из итальянского стекла. Содержимое состоит из 20% аромамасел. Сам парфюм закупают на заводе Шелюс, Турция, и добавляют свою изюминку. В чем отличие? Отличие у нас в бутылочках и в нескольких маленьких нотах парфюма. Это не туалетная вода, а не ЕДП, не ЕДТ. Это парфюм с 20% аромамасел. Если тебе, так же как и мне, важно содержимое флакона, а не сам флакон, который ты выкинешь после использования, обязательно нажимай эту кнопку «Хочу каталог», и я тебе помогу, и подберем аромат. Также можно подобрать гель для душа и крем, бальзам для тела с таким же ароматом парфюмерии. Обращайтесь.